Всем привет, друзья, с вами, как всегда, у нас есть Брейн, и мы вместе с вами продолжаем играть в Сёгун 2 Total War за дом Уно на легендарном уровне сложности. И продолжаем с вами борьбу с Икаики и борьбу с Такедой. Наши союзники сейчас хорошо начали захватывать территории Такеда, мы сейчас тоже будем с вами не отставать. Сегодня, может быть, перейдем на захват территории Хатакаямы, дабы укрепить свои позиции, как я уже говорил. Поэтому всем приятного просмотра, и сейчас мы, наверное, с вами начнем с того, что... С чего начнем? С того, что нам надо построить рынок. У меня почему-то не прошел сейв. Такое бывает, да, частенько. Вот здесь построим, возьмем. Потом. Не нанялись у меня. Или нанялись? Нанялись. Так, Асигару. Здесь самурая. Вот, самураев возьмем. И все, вроде как. Пока все. Поехали. Так, вот это... Вот это новость. Ну, кстати, я не знаю, на что он здесь рассчитывает. Он, конечно, одних стрелков набрал. Но здесь победа очевидная у нас. Причем с минимальными потерями. На что он рассчитывал, я не знаю. Так, он мне... Я предлагаю вам почетный мир. Предлагает мир. Ну ладно, окей. От чистого сердца. Давай, мир. Я, конечно, понимаю, что сейчас, когда я захвачу город, и на этот мир уже им будет, по сути, грубо говоря, наплевать. Способность сбора войск, защита пехоты с копьями под началом этого воина. Во, кстати. Это неплохо. Так, 4200. Постройка окончена. Татоми, рынок. Замечательно. Можно еще рынок отстроить. 3400 это нам обойдется. Мне кажется, лучше в столице взять его отстроить. И на сдачу еще найм самураев с луками взять. Зиму тогда пережидаем сейчас, я думаю. Сделаем так. Тут моего ниндзя что? Вот тут у меня ниндзя был. А, ну я его тоже не перемещал. Блин, ненавижу, когда на легенде бывает, иногда сейвы не сохраняются. Так, а здесь у меня ниндзя где? Вот он. Так, ну, города пустые, да, в принципе. Здесь один отряд, то есть... Как мы с вами будем вести наш захват, да? Сюда мы больше никого не наймем. Здесь, поскольку мы с... Икаики мир заключили, но достаточно мир хрупкий у нас получается. Я рискну вот сюда, наверное, пройтись. Я, если что, отступлю, возьму. Эту армию я сюда перебрасываю. Либо один ход подождать еще. Давайте. Завершим ход. Порт мне заблокировали, сволочи. Торговля у меня пошла к херам сразу же. Я до них не дойду еще при этом даже. Я забыл, там она была. Так, и эта сволочь меня тоже грабит. Или подожди, он грабит, скорее всего, как раз-таки торговлю мою с Дате. Он же с Дате воюет. Так, уплыл, да? Ну, тебе здесь кобздец.
тебе отсюда не уплыть. Грать, пока есть возможность, потому что скоро ее уже не будет. Скоро у тебя этой возможности не будет. Так, ну сюда армию перебросили, замечательно. Так, ты у нас, соответственно, выходишь сюда. Сейчас мы все распределим. Сидишь тут у нас. Немного найма. Так, здесь более-менее народ терпелив у нас. Да, здесь три корабля, здесь один корабль, но благо мы сейчас с ними не воюем. Сейчас вот за Такедой надо следить очень внимательно. Так, и в итоге эта армия у нас на следующий ход сможет подойти в Аварии. Эту армию я перебрасываю в Оми. И здесь отряды еще у нас подготовятся, да? Вот так вот. Ну, поехали. Так, отремонтировать можно сейчас тут постройку? Денег не хватит, да? Денег не хватит. Ох, там у Такеды армия-то. Не дурно, там не дурно. Нападение на морской порт. Мне вот надо вот от этих избавиться сейчас. Все, торговлю с вами обратно вернули. Надеюсь, там никто не плывет к нам. Я сейчас всех сюда отправил. Так, постройка окончена. Рынок, да, еще один отстроили с вами. Так, сюда можно поставить трактир. Так, здесь у нас что, неплодородная почва? Это нам не надо. Бедная почва. Мастерскую поставим. Ты сюда в город садишься у нас. Так, смотри, куда они пошли у нас. Смотри, куда пошли. У них лучников нету, кстати, практически. А у них во второй армии только стрелки идут. Я попробую сейчас устроить диверсию, чтобы они не шм... Эй, ну чё ж такое, блин. Чё ж ты такой невезучий. Ну, должны отбиться. В принципе, отобьемся. Куда деваться нам? Так, здесь икаики у нас все уже взяли. И здесь икаики вернули свой город. Что, они там потеряли, что ли, да, регионы? Смотрю. Мощь могучая, процветание хорошее, симпатия, военный союз у них с Сигунатом. Можно, чтобы... Кстати, отношения у нас с ними улучшаются вновь, чтобы укрепить сейчас. Запросить военную площадь. Расскажите ваше предложение, и мы вместе решим, что нужно делать. Это приемлемые условия, да? Так, а там они армию уже держат, да, у себя? Смотри, как быстро они. До этого не было никого там. Тут еще отряд есть у меня, да?
Могу его сюда еще перебросить. А, здесь у вас что? Два отряда лучников. Блин, они не дойдут уже, да? И вот эти тоже ребята не дойдут у нас. Так, здесь. Авторасчет. Раздел владений. Опасно возвышаться над другими. Высокие деревья падают первыми. Ну вот, как я и говорил. Мы стали жертвой заговора. Меня назвали врагом государства. Мужайтесь! Надо готовиться к войне. Вот так вот. Все это означает, что сейчас много кто с нами захочет начать войну. Понятное дело. Че, даже от того, что отключили налоги, не особо, да, повлияло? Там надо больше охраны оставлять в городе. Так, идешь у меня сюда на разведку дальше. Тут пусто все. Они сейчас, видите, увели свои, большую часть своих сил увели сейчас как раз-таки на Икаике. Вот здесь они пытались вернуться, да не успели. Ну, здесь будем держать их в осаде. Четырьмя отрядами, конечно, вряд ли мы тут сможем что-либо сделать, не знаю. Видите, они сюда посадили не вовремя свои отрядики. Так, ну здесь мы, благо, в курсе, да, что на нас идет армия. И у нас пооткрывались фракции. Антипатия. Антипатия. Что? Если сейчас удастся с ним... Я вас, конечно, выслушаю, но сердце подсказывает мне, что добра от вас ждать не приходится. Приемлемые условия. Союз мы почему не можем запросить? А потому что он с Киото воюет. Потому что он воюет с Киото. Ну, есть вероятность, что он не объявит войну тоже. Интересно, почему Сигуна там воюет. Мне надо будет Киото потом брать еще. Ну, это такая у нас, понимаете, получилась быстрая экспансия. Надеюсь, она у нас ничем... плохо никак не закончится. Так, здесь армия сейчас у нас выйдет, соответственно, вот сюда, вот на границу, да, пойдет. Нам в идеале надо вот этот город еще взять, вот этот город взять, вот этот и вот этот город взять. И здесь мы уже Такедо двумя стеками додавим. Так, здесь у них флотилия. 8-9 кораблей. Ладно, завершаем ход. Да, нападают они на нас.
Так, остаемся пока на центре. Смотри, как силы разделили-то. Со всех сторон пойдут сейчас. Там конница стоит, военачальник, все дела. Но у них очень мало лучников. Это хорошо. Они ж у них интересно. А, вот еще армия. Еще подкрепление аж откуда-то подойдет. Так, лучников всех своих расставил. Нет, не всех, еще есть отряд. Пускай здесь стоит. А, подожди, вот сюда. Вот сюда же надо было поставить еще отрядик. Где у них лучники, интересно? У них во второй армии много лучников. Вот, самураи с луками. В первой армии у них только два самурая с луками. Что, с какой стороны они идут? Вот, нет, подожди. Вот, с этой стороны еще отрядик. Где ж вторая армия идет? А, вот и вторая армия, кстати. А вот и вторая. Идете вот сюда тогда. И вас давайте сюда тоже отправим. Уже своей пехотой уже будем сейчас смотреть по ситуации. Вот там стрелков дофига идет. Так, башню потеряли. Захватил башню! Если они здесь решат наверх лезть, то это будет хорошо. Я так смотрю, там все места не хватает, да? Чё ж вы такие тугодумы? Сказал же, перестроиться вам. Захватил башню! Блин, при... Чё за хрень? Алло! Вы на связи вообще хоть? Капец. Вот это жесть. И что мне с вами делать? Выходите на связь, давайте, побыстрее. Враг уже лезет. Они не бум-бум пока. Не пойму, чего я от них хочу вообще. Бля, там пока замешкался с теми отрядами. Тут уже меня начинают давить.
Бля, ну они так и тупят стоят, вопреки... Вот что это такое, блять? Вот что это за хрень, я не понимаю, почему они не могут построиться тут? Что за идиотизм они творят? Какой им приказ еще дать, чтобы они уж свалили отсюда уже? Вот как так? Жесть просто, нахер. Остановитесь. Неужели, блин, тугодумы? Теперь вы давайте сюда же. Шибануться. Хорошо, мы их как всех. Давай, дай им. Все, здесь мы их практически разбили. Сейчас сюда военачальник пойдет еще. Так, минус стрелки. Башня ж не достает вроде там, да, до нас. Туда особо близко подходить я не буду. Ее можно взять, пойти. Давайте пойдем ее захватим. Тут все, кто подходят к нам, сразу же их расстреливаем. Вот еще идут стрелки. Их принимаем сразу же. Тоже чуть-чуть назад отходим. Я так понимаю, они здесь сейчас будут прям лезть, да? Или еще неизвестно. Так, ну все, по крайней мере, они уже не вернутся. Да, лезут они здесь же прямо. Вводим туда своих сейчас. Идем сюда. Боезапас, да, закончился, отходите назад. Возвращаются с этой стороны, здесь у меня все уже
никто не идет. Послал мой военачальник, сейчас сюда еще бежит. Вот этих бы сюда переставить, взять. И этих нормально поставить. Туда особо близко не подходим, чтобы под башню не подставляться. Алло, а вы куда? Опять соединение с Wi-Fi потеряли, что ли? Победа. Ну, начинается веселье. Они все в союзы сейчас объединяются, жесть. Война, значит. Ну, мы отказались. Вам вой... Так, идут на вылазку. Рискнуть или отойти взять. Что они тогда армии еще наберут, тут возьмут уже. Как бы вроде как шансы есть. Так, вот давайте вот сюда отходим. Поехали. Там у них два сигару с луками. Есть замковые самураи еще, от которых бы, конечно, надо будет избавиться, перестрелять. Ну и стрелков тоже надо, конечно, сносить будет. Интересно, пойдут ли они сразу в атаку или пока будут стоять стрелять по нам. Давай вот этих сносим. Ну, ну, ну. Так, выводим сюда отрядик один. Еще стрелков вывели. До замковых самураев не достанем мы. Наш полководец в опасности, мой господин. Отлично, хорошее соотношение идет 2 и 30. Уже они потеряли. Так, идет следующее уже. Все, они пошли в атаку, да? Пробуем от замковых самураев избавиться в первую очередь все-таки. Отлично, 26, давай добиваем, добиваем, добиваем их. 16. Давайте пока сигару займитесь. Все, отлично, побежали. Стойте, 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 стойте.
Надо стрелками теперь дальними. На этих пока не идем, пока не разберемся с этим отрядом полностью. Ну. Так, вы перемещайтесь сюда. Те сейчас уже побегут. Рано, давай еще. Стоим. Стойте, стреляйте. Ну, осталось 30 человек, они уже, в принципе, угрозы нам особо не представляют. А, боезапаса нет, я понял. Я вас понял. Давай, главное вот этих еще разобрать. Продолжаем. Вот интересно, неужели он считает, что мы плохо сыграли? Такими отрядами отбили 1140 человек, при этом как бы потеряли своих даже далеко не половину, но при этом он написал, что почти поражение у вас. Это очень странно. Так, принять на службу. Давайте возьмем. Возьмем на службу. Что, можно вот этими отрядами взять город? Можно. Отлично. А генерал у нас здесь, да, появился? Или, подожди, а где у нас генерал? Наверное, в столице. Да, генерал в столице. Давай тебе сюда. Или знаешь куда? Подожди. Вот сюда топай пока. Это мы все добиваем. Там могут меня опередить в захвате города, да, скорее всего. Так оно и будет. Давай разведку сейчас посмотрим. Потому что туда до Т уже идут. Хотелось бы город себе, конечно, взять этот. Но я его не захвачу. Все, ты идешь сюда, как раз вот в этой армии у нас нет военачальника. Ты нам и пригодишься там. Так, это на ремонт ставим, пока налоги отключаем. Да, все фракции открылись абсолютно у нас сейчас. Так, в ближайших армии я здесь сейчас не наблюдаю, поэтому сидим здесь. Флотилия уплыла вся, которая здесь находилась. Ну, мне надо будет, на самом деле, сторожить как раз-таки вот эту часть. Ух, там корабли-то у вас.
В одну тогда объединимся. Флотилию. Так, и мне Сигунат Асигага объявил еще войну при этом. И здесь сзади еще два отряда топает. Так, и что я могу сейчас вот этими отрядами сделать? Собрать их всех. Что у меня тут еще есть? Еще самурай есть. А здесь тоже есть. Так, ты у нас не дойдешь, поэтому идешь вот сюда. Там большая у них армия в городе. Блин, там уже самураи с нагинатами у них появились. До этого у них армия там совершенно другая была. Я ж потом смогу обратно вернуться, да и все. В город. Во. Вот что у нас получается. Так, конница. Много самураев. Стрелков у них немного. Конницу только надо будет останавливать нам пытаться. Ну что, мы такими силами потянем их. Хорошо, что мы их из города выманиваем, на самом деле. Это очень хорошо. Ну что ж, поехали. Да, все равно какая-то туманная погода. Достаточно. Так, подкрепление у нас одно подойдет вот здесь, второе там. Поэтому пока выстраиваемся здесь в оборону. У нас есть еще Сигару Степа. А сейчас тоже вперед выстроим. У нас самураев еще достаточно тут. Ждем. Интересно, они пойдут в атаку или будут стоять в обороне? Мне бы хотелось, чтобы они остались, чтобы они не атаковали сейчас сразу. Так, там у нас небольшая армия, пускай сюда подходит. Плюс там еще что у нас? В основном копья, да? Стрелки. Нет, идут они все-таки на меня. Так, очень дерзко они там идут сейчас конница и в атаку. Надо бы подстраховать их, взять. Он остановился, увидел, что там наши. Нет, все равно идет, все равно поротой.
Ой, как хорошо он там сливает свою конницу. Отходи. Ну, он красавчик, свою конницу посливал, в принципе. В этом плане он молодец. Военачальник тоже сдох у него. Давай идем помогаем. Тут мы их, блин, самураев, конечно, разобрали. Вообще обидно очень. Так, давайте пока перестраиваем тут их. Все, с конницей мы покончили, замечательно, да? Идите сюда. Стрелков вперед всех выстраиваем. А где вот эти самые жесткие копья, которые... Вот они с нагинатами. Все отлично, отлично все. Лучников прикрыли. Везде отправляем теперь своих самураев в бой. Продолжаем расстреливать стрелков вражеских в первую очередь. Отправляем еще самураев в бой. Так, военачальников близко не подводим, все равно опасно. Все, победа. Догоняем. Всех догнать. Военачальников тоже в преследование бросаем. Нам надо как можно меньше, чтобы у них убежало народу.
Так, и осталось у них 112 человек, то есть, по сути, мы с вами взяли Киото. Ну, да, кстати, самураи, которых конница мне снесла, один отряд, но он уцелел. В принципе, потеря 1000 человек, учитывая то, что у них была элита. Ну, мы ее разобрали довольно-таки легко. Очень даже легко. Можно этими же отрядами. Ага, не дойдет, да? Не хотел я. Подходить просто туда близко очень. У меня просто дело в том, что надо еще в тот город вернуться. Там армия еще. Вот этих тогда отправляем сюда. Ты чуть-чуть ближе подойди. Давай его возьмем. Там, конечно, у них еще показано, что в городе гарнизон появился, но тут уже мало что они смогут сделать. Занять без боя, ждамый доход. Можно на 20 тысяч ограбить. Ну, не будем. Честь дайма пострадает. Хотя, с другой стороны... Хотя нет, оставим, не надо. Там постройки топовые будут сейчас. Киото захвачен. Хотя нифига они не топовые. Ну, цитадель единственная. Единственная там цитадель есть. Мы здесь пока отключим налогообложение. Ну, этих ребят мы вернем обратно. Вы давайте сюда посидите. Так, здесь налоги отключили. Пока вот это все, что мы захватили, везде все подключали. Надо сейчас навести порядок теперь. Так, тут у нас еще резерв есть. Здесь у нас еще две армии. Ну, более-менее. Теперь там вроде надо будет дальше удержать его в течение нескольких ходов. И мы станем... полноправными владельцами, да, уже. Плюс 90. Отношения могут, кстати, и... Хотя, не знаю, мне кажется, маловероятно, что они разорут со мной в ближайшее время союз. Это было бы очень странно, учитывая столько, сколько у них врагов. Ну, это будет видно в дальнейшем. Ну что ж, друзья, на этом мы, в принципе, с вами сегодня заканчиваем. Ну, вот такой вот... на захвате Киото... Если вам понравилось сегодняшнее видео, не забудьте его, как всегда, поддержать лайком, подписывайтесь на канал, включайте колокольчики, и увидимся с вами на новом видео, друзья. Всем пока-пока. Честно, даже когда сегодня начинал записывать видео, даже не планировал брать Киото, но как-то так получилось.